Владимир Ужицкий и Лидия Антонова провели открытый урок в Люберецкой школе номер 28. Главная тема занятия – как найти свое призвание. Глава округа и депутат Государственной Думы рассказали о своем профессиональном опыте и обсудили со школьниками ряд среднеспециальных и высших учебных заведений. На встречу с главой городского округа Люберцы Владимиром Ружицким и с депутатом Государственной Думы Лидией Антоновой пришли в основном старшеклассники. Тема беседы серьезная – о выборе профессии, продолжении учебы после школы. В Люберцах есть где учиться. В таможенную академию поступило около 1500 человек. Таможенная академия – это один из лучших вузов России. Если Владимир Ружицкий в основном говорил об учебных заведениях нашего округа, то Лидия Антонова затронула в целом историю края. Люберецкой земли вышло очень много талантливых людей. Здесь делают все, начиная от космонавтов, костюмов, уникальные станки, уникальные приборы, уникальные вертолеты. Вообще трудно найти, что не делается на Люберецкой земле. И работают здесь такие вот молодые ребята, как вы. Также депутат отметила, что детям следует выбирать то дело, которое у них лучше всего получается. Тогда вырастают шансы добиться успеха. Кроме того, во время мероприятия перед школьниками выступили представители крупнейших люберецких предприятий с презентацией перспектив и возможностей, которые они готовы предоставить молодым специалистам. Яна Яковлева, Дмитрий Родзянко, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Наталья Григорьева, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и всегда будьте в курсе интересных событий.